Привет-привет. Долго думал, как начать это видео, ничего лучше не придумал. В общем, история началась в декабре 2017 года на таком известном портале Guns.ru и не менее известном, по моим частым упоминаниям, разделе о заточке режущего инструмента, который присутствует на этом портале. И ссылку на тему приведу в описании. Конечно, понадобилось некоторое время, чтобы ее найти. В общем, один из участников форума разместил фотографию специфического ножа с вопросом, как такие ножи затачивать, и, может быть, кто-то поможет с заточкой данного инструмента. Ну, я там общаюсь на этом форуме весьма специфическим образом, поэтому основная вся деятельность, она в личных сообщениях больше, потом дальше в переписке, ну, в данном случае все это переросло в личное знакомство. И результат всех этих телодвижений будет представлен чуть дальше. На мой взгляд, материал получился достаточно уникальный, интересный. Для меня это вообще было такое большое открытие, что параллельно существует такая как бы даже вселенная. Ну, речь пойдет о музыкальном инструменте гобой и, в принципе, о людях, которые на таких инструментах играют. И оказывается, что помимо самого инструмента сбоку еще существует целое ремесло с технологиями, с определенными, там, со множеством инструментов режущих. А так как у меня сфера моих интересов и хобби как раз лежит в заточке режущих инструментов, то тема эта оказалась мне близка, интересна, и, ну, я надеюсь, возможно, это кому-то в дальнейшем окажется полезным. В общем, дальше непосредственно этот уникальный материал. За что спасибо человеку с Guns.ru, который сказал представить его как коллегу музыканта с этого оружейного портала. Итак, стадии изготовления тростей. Сперва берется трубочка камыша, которая имеет название Arundonax. Такой сорт растет на всяких болотах Кавказа, но лучше считается, что растет во Франции. Растет он везде в жарких странах. У нас он растет в Азербайджане, в советские годы поставлялся всем гобоистам нашей страны. Достать импортный французский камыш считалось за счастье. Следующая стадия выточена на так называемом гугере. Трубочка камыша делится на три части специальным раскалывателем, либо обычным ножом на три сегмента. Вставляется в предварительную машинку, которая снимает до толщины приблизительно 1 мм. Следующая машинка более точная. Она должна делать толщину пластины где-то 0,68-0,70. Шаги больше 0,02 считаются уже браком. Следующая стадия – формирование. Видите, она имеет форму такой лодочки. Потом эта пластина перегибается посередине ровно. Опять же, специальный нож в станке делит эту пластину пополам. Но можно делать это линейкой, но это не очень удобно. Навязывается нитками на латунный штифт. Потом эта заготовка, так называемый бланк, вставляется в профилировочную машинку. И делается уже конечный результат, который вы видите справа. Итак, первым у нас лежит раскалыватель камыша. Можно это, конечно, делать вручную ножом, на глаз определяя три равные части в трубке. Но удобнее и быстрее это делать именно этим раскалывателем. Там находятся вот такие три ножа, которые кулят трубку на три сегмента. Дальше находится у нас
так называемая предмашинка. Размоченную часть камыша, которую мы предварительно раскололи, вставляется в желоб. И вот здесь, в этом узле, находятся два ножа. Один круглый, второй обычный в виде стамески. Ручкой поворачиваем, и вот этот стержень толкает к этим ножам пластину. И выходит приблизительно 1 мм толщина этой пластины. Делается это для того, чтобы вот на этой машинке было меньше работы и меньше тупился нож. Вот он. Он цилиндрической формы. Имеет три рабочих сегмента. Один затупился, повернул нож, закрепил его. Тебе он опять острый. Вот. Из этого уже должна выйти пластина. Ну, кто как любит, но у меня пластина должна быть около 0,7 мм. Дальше эту пластину вставляется вот в такое устройство. Называется форма. Две ручки по бокам – это два ножа. Они снимают по форме, которая черная, видите, прикручена двумя винтами. Ненужные с боков пластины. И вот здесь тоже находится нож. В середине, видите, он делит пластину пополам. Следующее устройство называется профилировочная машина. Владимир для этой машинки заточил мне нож. Находится он вот здесь. Вот. Действует по принципу рубанка. Толщина снимаемой стружки должна быть не больше 0,06 мм.
Итак, финальная стадия заточки. Нож, вот он, рубаночного типа, снимает, можно сильнее давить. Снимает с ножичка. Ввиду того, что нож очень острый, снимает он бодро. Толщина стружки не превышает 0,06 миллиметра. И такими нехитрыми движениями делается трость.